Корейский язык, урок 83. Поехали. Сегодня у нас по нашей книге грамматика Ильгока Та. Эту грамматику мы проходили на прошлом уроке, так что на этом уроке мы просто расслабимся и повторим, еще раз повторим, закрепим. Смотрим на картинку. Парень спрашивает: «Начига, анджут чо? Погода нехорошая же?» Девушка отвечает: «Не, пига ульгу катаю». Да, похоже на то, что будет дождь. Предположение для будущего времени. Похоже на то, что будет дождь. И давайте сразу вместе со мной разберем наше домашнее задание. Смотрим. Первое. Эй, говорит: «Нейль, манальси сайо? Завтра можно будет встретиться?» Би отвечает: «Нейрен, арвайте гайсосо, сигани обсригу катаю». Завтра работа есть, поэтому, думаю, времени не будет. Второе. Эй, говорит: «Онде эвигакнайо? Когда собрание закончится?» Би отвечает: «Тигэм ось обуненика кмбан кнайгу катаю». Сейчас 55 минут, поэтому, я думаю, скоро закончится. Третье. Рейн шига сопе мохайку катаю? Рейн, после урока, что будет делать, как ты думаешь? Би отвечает: Рейн шига тебе ильтик кагу катаю. Рейн домой рано пойдет, похоже на это. Четвертое. Тойюрей качи шопингхару какао? В субботу вместе пойдем делать шопинг? Би отвечает: Тойюрей камён сарами манайгу катаю. В субботу, если пойдем, людей будет много, на это похоже. Пятое. Эй говорит: Ирёйрей нулёкасо мани кореяхэо? В воскресенье гулять пойти много надо ходить? Би отвечает: не сане каника мани корельго катаю. Да, в гору идти же, поэтому я думаю, много надо ходить. Все. И напоследок я бы хотел бы повторить еще одну грамматику, так как урок у нас был сегодня очень легким, поэтому далеко не расходитесь. Давайте рассмотрим еще одну грамматику. Итак, грамматика «общида» – сделать что-то вместе. Как, например, сказать «пошли вместе»? «Капщида» – «кушаем вместе». «Могыпщида» – «учиться вместе». Кунгу общида. Вспомнили? А здесь сбоку я приписал ча. Для тех, кто не знает, в панмаре, в неофициальном уважительном стиле речи, будет просто ча. Кадя. Пойдем, пойдем вместе. Кадя. Мокча. Кушаем, кушаем вместе. Кунгу хаджа. Учимся вместе. Давай, учимся вместе. Ну вот и все. Завтра, если получится сделать еще один урок, как раз таки завтра мы будем проходить новую грамматику, связанную вот с этой грамматикой. Поэтому будет очень хорошо, если вы еще раз повторите эту грамматику. Хорошо? Все. Урок у нас закончился, и мы с вами увидимся на следующем уроке. Пока!